Wow. Wow. Kıyamam. Привет. Привет. Все, ждем, там ждем всех, других. да? Давай Ждем куда-нибудь других, да. пойдем. Мне трясется все. Что тут? Ну давай в этот каньон сходим. Не будем. Или да, я думаю, в каньонах ничего не будет, да. Я думаю, что в каньонах ничего такого плохого не будет. Ну да, то ничего такого. Каньонах, да. Да. Можно просто побегать. Все, можно за карту вылетать. А что, можно реально выйти за карту? Подожди, сейчас проверим. На, давай. Вот тут легче намного выйти за карту. Они стали намного слабее. А, не, забудь. Нифига, не. Тут все равно возможно еще выйти, мне кажется, ну. Надо было быстрее сделать, я просто немного медленнее. Не, он... Ой, я выжил! А, нет, почти. Я застрял, помоги мне. Давай, я так типа не чувствую больше. Короче, самое главное, это Secret Tunnel и... Это шахты и магазин. О, привет, привет, привет. О, даже фиш здесь. Фиш. Мы ждем всех других еще. Никуда, блин, никуда не идем. То, я сейчас вернусь. Подожди. Молодец. Есть идея, давайте подальше там будет. 10 лет танцуешь? Давай, я сейчас снимаю помню, видео, я выкладываю это в YouTube. Агент Пинчик. Да. Это я! Dead inside, dead inside. Давайте подождем еще одного человека, может пойдем сразу. Потому что нам ждать всех, это будет долго. А кто Райла должна прийти, да, сейчас? Райла должна прийти и вроде бы еще стоит. Вроде бы. Давайте в шахты сходим или не. В шахту просто. Не, давайте со всеми, давайте со всеми. Ну давай, давай, да. Давайте оставим последнее это вот на самое горячее. Ну, типа, самое горячее поставим на последнее. Сейчас пойдем по другим картам, потом уже пойдем тут в секрет. Да, потом сначала в шахты, потом. Я так всегда делаю. А вот в запон. О, Райла зашла. О, Райла. Так, сейчас слайды ждем, иди мы все идем. На каньоны, мы здесь все ждем, иди на каньоны. Да, на каньонах ничего не изменилось. На каньоны, да, на каньонах ничего. На каньонах. Доча, моя доча! Написал вам в лифте. А вы, кстати, видели, что перед входом было? Типа Terms of Service. Я в шоке. Ну, я да, посмотрел в очко тут. Я посмотрел дерево, ну, короче, выход. Ну. И там все зеленое теперь, наконец-таки, боже мой. Ждем стоит или пона, там, короче, все, сразу бежим в это вот. Бежим сюда сначала, потом в Сити, потом уже пойдем в секретану. Давай там трубы потом. Какие трубы? А, трубы, которые типа сверху там. Трубы. Молодец, так назвал, хорошо. Я ничего я не помню, увидел. Там какой-то чел на раз не говорил, пошли на трубы. Пошли на куда вы как это выглядит это хорошо. Там ничего не видно. Как это хорошо выглядит, ё-моё. Как давно этого не было? Мама! Куда, 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 алё, куда, 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 алё, куда, кстати, куда? Кстати, а помните, что с дверью было? Помните, что про обновление с дверью было? Типа все думали, что там пляж будет. Да, не, думаю, что что-то было страшное, короче. Ждем а еще почему ты говоришь, что пляж, если там... Там вот эта вывеска с картой. Мама! Доча! О! Я сейчас увидел... What the fuck? Что это такое? Что это летает? Что это летает? Что это летает? Жуки, что? Погоди! Это жуки? Что там жуки? Там летает какое-то говно. Ладно, ладно. Это шо, а подожди, а шо... Блин! Что нафиг жук? Проверьте что-нибудь дискорд. Мне кажется, тут какой-то баг со стрелами случился. Тут баг со стрелами, алё, тут баг со стрелами. Спасибо. Тут баг со стрелами, что? Я не знаю, что вы видели.
Так где этот понтампон? Где понтампон? Где понтампон? Он пишет то, что они там в Стиме не добавили обновы, он сюда зайдет сейчас. Окей, все, наконец. Да потом, алло, кстати, это пофиксили, подожди. Это пофиксили? Райла, это пофиксили? Пишет? Это пофиксили! Его никто не слышал. Это пофиксили! Кто пофиксили? Ну фигня, что тебе вот так гитара была ставила. Фиш, доченька моя. Да пофиксили, все. Все, да, не работает. Капец, ну ладно. Причка тоже, типа, осторожно, какой-то жопа. Почему череп такой огромный? Мне кажется, ли череп стал немного огромный? Ряд, мне кажется, ли череп немного стал больше? Что? А череп такой огромный стал, у меня один вопрос. Смотрите, у меня череп огромный стал. Подождите меня, подождите. Все, давайте, готовы? Давайте. Ту-т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 у. Вау! Замерз, блядь! А что у нас тут? Смотрите на это. Ряд, посмотрите на это. Ряд, посмотрите на это, посмотрите на это. Акула, мне нравится акула. Ух ты. А что бесплатно, что-то есть? А что бесплатно есть? Вот, перчатки, перчатки. А что бесплатно? Что бесплатно есть? А спиндок мне нравится. Во, и... Спиндок? О, смотрите на это. А что бесплатно есть, алло? О, что это? О, прикольно. Кстати, не тегайте. Ребята, это я один или у меня огромный торт? У меня огромный череп стал немного. Чья только один. Булкула, 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 булкула. Ты видишь это? Булкула, ты видишь, он стал огромнее? Огромный я теперь. Огромная, смотри. Смотрите. Что? А посмотрите, смотрите. Сюда, смотри. Я пойду сделать то же самое с этим, вот, подожди. Ай, блин. На тебя, понял. Это кам. Ну, здорово. О, кальмар. Ребят, пойдемте. О, вот это нормальный зонтик, без ничего этого, вот, прикольный. Где? Ай, блин. Мы в магазине. Так, еще вот это все надо посмотреть. Не. А тут ничего бесплатного нет, кстати. Нас обманули. Да, да. Ну, я это куплю. Вот это. Я хочу посмотреть, что. А, ему. Прикольно. Еще, кстати, этот сказали. Сам подожди, сколько? В меню просто там сказали типа. Я покупаю себе вот это. А за 30 баксов! Там за 30 баксов, алло. Что за? Я вот это хочу купить. Там за 30 баксов. О, смотрите какие! Что это такое? А, это эти трусики. Это трусики. Блин, жаль примерить нельзя. За 200? Да вот именно примерить. Сколько у меня? 2000? Ну что, довольно. А, картина новая. Картина новая. Тут еще манки была с этим вот шариком. Новой картины нет. В прошлом обновлении, короче, изменили и добавили на вот эту вот картину шарик. Шарик. На вот эту. Пойдем. То, что череп огромным стал, это круто, кстати. Пойдемте на Мамонтэй. А если он расставил еще сильнее, например? Вау, ничего не изменилось. Нифига себе, тут круто. Офигеть. Ё-моё, мама звонит. Подожди, алло. Пошли в кейв. Это просто имба. А там закрыто все, может быть? Да. Что? Эй, как рулить? А куда? Стойте, тут что-то есть, погодите, тут что-то есть. Это табличка-то. Да. А, там же манки говорили, что типа этого, осторожно. Не, я все понял. Теперь в кейс надо идти через пляж. Вот дебил, понял. Не идите. Там ничего нет, были уже. Там ничего нет. А мы еще не пошли, на скай. Хотя там ничего не будет. Пошли на скай, потом. Ну пошли посмотрим. Самое интересное на последний. Да, самое интересное на последний. Череп огроменный мне нравится. А что еще черное стало? Честно, самое интересное. Ребят, давайте Форест. Все, давайте сначала я посмотрю Форест, а потом уже пойдем на Секретанул. Да, давайте. Пошли. Тут сначала Форест. Так, поиск. Да, поиск жуков. Ой. Поиск жуков. Новое. Где же пахнет, пахнет. Там открыли, я его уже видел. Не, мы жуков ищем. Каких жуки? Вау, там страшно выглядит. Тут жуки летают. У меня сердце немного того уже.
А там на компьютере ничего... А, нет, это... В смысле, что? Нет, нет, он здесь, он здесь, он открыт. Пошлите в секретанул. Нет, давайте, давайте жука, давайте жука, давайте жука, алё, ставить. Что, идём в секретанул? Или чё? Жука, жука, подождите, жука найдём. Он это, у беседки, он беседка. Он беседка, на беседке где? Где жук? Где жук? Ты его взял? Отпусти, что он делает? Что он? Дай мне, дай мне! Дай мне подержать. Пошёл на... Так, делаем триангл. Украли. Мой, дай. Стой, давай унесём жука, давай унесём куда-нибудь. Зелёный, зелёный. Давайте, да. Давайте, давайте, давайте за это, давайте за форест, давайте за форест. Давайте за форест. Пошлите его отнесём куда-нибудь. Да, идём, идёмте, идёмте, идёмте в каньоны. Пошлите ему покажем секретанул. Ух, ема там поменялось реально всё. Давай, давай. Ух, ема. Что? Жучок. Нафигеть. Что тут? Ребята, вы готовы? Имба. Да. Вау. Что? Тут вода. Вода. Тут можно... Как тут плавать? А. Тут можно плавать. А тут непонятно, что плавать, как плавать. Помогите мне, пожалуйста. Майнкрафт паркур. Я не понимаю, как... А можно задохнуться тут? Что? Что? Идите наверх. Ух ты, кристаллы. Ну и что тут? Тут новые кристаллы. Мы бежим. Идём все наверх. А, тут даже верёвка никак не меняется, кстати. Вау! Что? Офигеть! Погодите! Ребят, погодите! Ё-моё! Посмотри на это! А тут должен быть компьютер! Тут должен быть компьютер! Я прям отвечаю, тут должен быть компьютер! Да! Эй, платформы! Платформы, блин! Ема, капец. Как это красиво. А, я не умею плавать реально в жизни, я задохнусь. А, можно вот так вот, как собачка. Как собачка плаваем. Я собачка. У меня сердце болит, погодите. У меня тоже болит. Нет, это не тут. А это что такое? Неужели тут можно будет сплавить? Подожди. Не, назад! А на этом съезжать можно, на нем съезжать можно, не, только я застрял под водой. Я вижу. А за веревку можно? Смотри, смотри, иди сюда, иди сюда. Ребята, три пульки, идите сюда. Смотри, я тебе сейчас покажу. О, за веревка. Меняется. Привет. Мама! Че, поехали. Попробуйте прыгнуть на эти. Ема. Да не прыгать можно. О! Ребят, я плаваю быстро. Я тоже. Плавайте, лягушки. Я не могу нормально плавать быстро. Привет, пошли. Я застрял. Все, пошли. Спидран. А прям отвечаю, если тут оставить свой VR, то будет сделать вид, что будет короче, да. Теперь можно реально делать бомбочкой. О, я что-то нашёл. Что ты там нашёл? Корабль! Там же сломано всё, подожди. А тут закрыто. Подожди, а что тут закрыто? Погоди. Тут что-то закрыто, о, видишь? Что? Может, да. Какой-то... Может, тут акула? Может, тут акула есть? О! Типа, может, это реально акула будет? Ой, подожди, под этот пойдем. Нет. Там какая-то черная херня. А, нет, это просто сломано, понял. Тут что-то в корабле. Нет, в корабле ничего нет. Тут все сломано. О, нет, тут дыра сломана. Надо влети вверх, ты. Давай. А, надо как это вот, как плавать. Ну, типа... Надо по направлению. Я бабочка. Надо быть бабочкой, чтобы выйти вверх. О, вот это... Что? Йоу! На эту фигню можно, смотри, как забит бустится. Смотрите. Погоди, стой. Бум! О!
Марио. Прикольно. Ой, что это? Это трамплин называется. Что-то еще. Музыка. Музыка, музыка. Где? Что это? Ты что вышел за карту? О, ребят, смотрите, тут лидерборд. Тут компьютер, тут компьютер. А вот тут компьютер. Вау. Как-то все так непривычно, капец. Да, я как будто в новой игре. Да, это как будто реально новая игра. Это карта похожа, как из этого, вот, с манг игры. Реально. Если кто-то играл. Я застрял. О, веревки тут даже есть. Ух. Ладно, я пойду на Russian. Я пойду на Russian. Я смогу, конечно. Блин, а прикол на Russian, если ты будешь жука мучить. Да.